Хай, меня зовут Александр, и сегодня у нас необычный видеоролик, точнее продолжение прохождения Sky Hill. Решил начать с главного меню. В прошлом видеоролике я немножко выживал, совсем чуть-чуть. В этом видеоролике, я думаю, чуть-чуть побольше. За кадром я немножко проходил игру, но там ничего такого важного не было. Ну, я получил там какие-то записи, я сейчас сейчас я вам покажу их. Записи эти. Господи, я заговариваюсь. Еще этот металлический голос у меня стал. Кстати, вот я где закончил. Сейчас я вам покажу записи, которые я получил в прошлом. Ну, за кадром, когда играл. Когда это случилось, знаете, очень тяжело терять любимых. Может, мне повезло? Повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску, мы как завороженные смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель, покачивается на сорванных петлях, перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаге от меня, и только я остался в живых. Теперь вторая запись, ребята. Меня что-то беспокоит. Я уже плохо помню, что случилось до катастрофы, но я помню их лица. Особенно моей маленькой Ники. У нее в следующем месяце экзамен по математике. Она так переживала, так волновалась. Хватит. Я свожу себя с ума. Сейчас я волочу свое жалкое существование, пробираясь на развалинах и прячась от наводнивших руины мутантов. И ищу причину, чтобы жить. Ну, короче, мы находили записи какого-то выжившего, который... Оказывается, был в отеле, возможно, что мы его даже увидим, но, если честно, я не знаю. Я не знаю, куда я хотел пойти, но, наверное, я хотел попроходить. О, первый монстрик. Заперто, нужен ключ. Ключ. Нет, я даже не знаю. Давай пойдем снизу. Так, пойдем. О, вот и ключ. Можно сразу же пойти. Ради зомби. Что-нибудь. Еда. Вот сделать. А то нам вообще очень хреново по еде. Сраный Джо. Слушай, кто-то из нас должен так и отсюда выбраться. Я тебе оставил заначку на 7 дней. Короче, блин, в 70-м этаже был. Неудобно читать, если честно. Нужно поесть. Нормус. Может быть, еще встретимся. Чё? А, я уже на 70-м этаже. Это была заначка, да? О, еще одну запись сразу же. Помощь так и не пришла. Я брожу по улицам уже который день. Бросаю взгляды в небо. Надеюсь увидеть военный вертолет, пролетающий истребитель, да хоть воздушный шар. И ничего. Те, кто выжил, собирались на площадях. Рисовали огромные буквы SOS на земле. Жгли костры. Все лишь для того, чтобы стать ужином для мутантов. Они приходят на шум. Я лучше буду один. Блин, я даже не понимаю, что за катастрофа. Там вроде какой-то взрыв был, я понял. Так, надо похавать реально уже, а то, блин, так сдохнуть.
Давай еще хлеб. Блин, жаль то, что нечего сожрать. Давай, гаси мутантов. Да блин, попади уже тут по голове ему. О, новый уровень. Что ж качать. Но я хочу выбрать оружие сначала для крафта. Вот такое вот. И оно достаточно мощное, но нет. Вот это вот. Вот это я могу скрафтить, но мне надо, чтобы у меня был с ПД-11. С ПД-11 это у нас в чем? С ПД это ловкость 11, ладно, 11. Меткость и вот это вот лучше. Что там я хотел скрафтить уже по оружию? Вот это я хотел скрафтить. Я пойду сейчас домой и скрафчу оружие для того, чтобы вообще нормальным образом положить. Так, ага. Скрафтить. Так, заходим в инвентарь. Ставим это оружие. Да? Ну да, 30 урона это нормально будет. Но с каждым улучшением нового уровня у нас будет с каждым разом побольше урона с этого оружия. Сейчас я уже не помню, какие тут бывают концовки. Я помню только одну, где нас убивают и все. Да не мелочь, я говорю, подобрали эти вещи. Кошачий корм. Давайте сразу кошачий корм схаваем. Ой, да блин, самый бесячий. Чё промахнулся я. Ну, на тебе. Опа, ключик получу я. Записка какая-то. Так, записки. Поставьте на стоп, прочитайте сами. Или я сейчас прочитаю. Второй день не пускаю уборщицу в номер. Да, растует саботаж. Короче, мне лень читать, сами прочитайте. Тесак. Тесак хорошее оружие? Нет, хреново, очень хреновое оружие. Фу-фу. Так. Доска. Зачем мне доска? Ну ладно. Надо все собирать, что только есть. Пойдем в вип-комнату. Да. Улучшить, наверное. А, мы давно не... Блин, надо улучшить. Я не знаю, там. Еду приготовить вообще надо. Проблема с едой очень большая. Так, у меня тут есть ключ. У меня, кстати, есть кусочек фотографии, точнее, обрывок. Но я его не буду перерабатывать, а то, блин, потом будет капец. Генератор. Зачем мне, кстати, генератор, я так и не понял. Генератор. Стоп, надо улучшить вип-комнату. Стоп. Другое, изолента. Хочу кровать улучшить. Поспим. Давайте вот один час поспим. Солнце в нее не шел. Чтобы хоть расслабиться, я начал прокручивать в голове список предметов, которых я насобирал в своем исследовании и мыслях. Компания их между, и кое-что я понял довольно собственным открытием. Я провалился в сон. А что за открытие, блин? А что за открытие? То есть у меня что-то добавилось или нет? Я не понял. Бинты добавились или нет? Потом отмотайте назад, пожалуйста, проверьте. Мелочи нету, ну ладно, пошел тут такая жопа. Так, пойдем сюда. Кастет. Слишком маленький урон. Дед какой-то
Ну-ка, давай я тебя спрошу, чуть. Так, здравствуй уже. Да-да-да. Екать, у него тут хороший. Екать, он тут меня просит. Нагината. Пневмомолоток. Молот. Пневмомолот. Блин, уже, ребят, недостаточно места, поэтому, ребятушки, подпишитесь на канал. Ставьте лайки. А в следующей серии мы с вами продолжим.